Привет, меня зовут Рэй, и сегодня у нас на пробе, так скажем, такая игра, называется Street of Rage 4, по-моему, это что-то типа игр, которые были раньше на автоматах игральных, вот этих залах игральных. Вот, тут такая заставочка, поэтому пришлось выйти и заново все это дело начать, для того, чтобы просто было видно. Ну, это, так понимаю, калька со всего этого дела. Pixel Stone. Ну, естественно. Blaze Field. Я рядом ничего не видел. Да, прикольно, прикольно. Так, я сейчас сяду поудобнее. Street of Rage 4. Улицы, блин, не знаю, злобы, ярости. Что тут? Так, ну история, естественно, конечно, история. Новый игральщик один. Нормально, легко не пойдем. Так, F4, F3. Пойдем за Стальноруков, за Флойда. Так, можно даже вдвоем. Может быть, потом появится категория, что мы вдвоем будем играть. Не я один. Минуло 10 лет с того момента, как мистер Икс и его преступный синдикат были повержены. В городе снова царилась мирная жизнь до недавнего времени. Новая криминальная империя набирает силу. Грозя уничтожить все хорошее, что есть в городе. По слухам, его управляют родные дети мистера Икс, близнецы Игрек. Бывшие близнецы Аксель Стоун и Блейз Финдинг объединяются с дочерью своего старого друга Черри Хантер и Флойд, учеником генерального доктора Зана. Четверо бойцов за справедливость предстоит отпор, дать отпор всему синдикату игроков на улицах ярости. Понимаешь, улицы ярости. Ну вот, мы за большого чувака играем. Street of Rage 4. Ну, это четвертая часть, я первую, третью, естественно, не играл. Какие дополнения, всякие там, короче, ответвления, я, естественно, не играл. Улицы. Погнали. Тут не так-то много локаций, на самом деле. Stage 1, start. Так. Я просто пытаюсь понять, что за кнопки. Так, подожди, на самом деле настройки посмотрим. Нет, настройки, управление. Ну, отлично. Настройки клавиатуры. Это режим. Чё? Удар назад, стрелка назад, D, удар назад, space, D. Звездный прием, V, E. Звездный прием, Tab. Вниз сверх понятно, атака ДС, прием Е, подбирание В, удар назад Е, З. Понятно, короче. Правление, конечно, угарное. А, он сам бьет. Прикольно. А, подбирать надо прям. Угарно, реально угарно, зачетно. И музычка такая, надеюсь, конечно, меня нас не заблокирует. Да, пошел отсюда. Да ну что вы делаете-то? А, они постоянно будут идти, я так понимаю. Га, как в старых добрых играх, реально. А, еще есть такая. Офигеть, так нечестно вообще-то. Ага, все понятно. Они идут вот так в определенный период. О, они еще и прокидывают меня могут. Добьют же. Я не умею играть в такие игры. А, у меня как-то определенное количество жизни еще. А как их заспать? А, можно взять нож. И что, он постоянно у меня будет? А, нет. А, есть за... Понятно, короче, можно убирать задних людей. Типа, не, не, не.
Че подходишь? Да. Так, стой, я хочу еще посмотреть управление еще раз. Удар назад, подбирание, спецприем. Спецприем еще есть. А! Можно восстанавливать здоровье, нифига себе. А, нет. Атакуйте врагов, чтобы... Не понял. А, я восстанавливаю здоровье, когда просто атакую врагов. Все, я все понял, я все понял. Все замечательно, теперь мне нравится. Все, все замечательно. Упс. Так, вопрос него было бы неплохо спецприем использовать. Потому что он с дубинкой. Сразу троих, на. Так, окей, разбить могу, например, коробку? Деньги. Здорово, ты че прячешься? Блин, скей. Иди сюда. Перед бинг. Погнали дальше. Яблочки. Иди сюда, сюда пошел. Да блин, подкат нечестно делать. А почему я не восстанавливаю здоровье, кстати, сейчас? Я не могу. А чё такое? Почему я не восстанавливаю здоровье? Да, классно, меня добил просто какой-то местный. Game over. Я понял тебя. Давай сменим персонажа, попробуем другого выбрать. Ну давай за классика сыграем, за Эйксела. F2, чтобы пропустить, окей. Попробуем еще разок. Реально улицы ярости. А он гораздо быстрее, кстати, атакует. И убивает почти с первого раза, мне кажется. Сюда пошел. А, типа можно так сделать. Рачамбо. Угарные удары. Но если хочу, мне попробуем с другого быстренько. С одной жизни через 7000 секунд, чё? Да задрали эти с ножами. Короче, есть какие-то спецприемы, получается. Но задействуются они только когда-то рядом с игроком, понятно. Почему здоровье не восстанавливается? Спецприем какой-то. Почему не восстанавливается у меня здоровье, скажи мне, пожалуйста. Ой.
Нифига я здоровье себе отнял. Просто надо еще раз, давай. Почему не восстанавливается здоровье у меня? Объясни мне, пожалуйста. Идеально он появился. Неплохо получилось. Так, я понял, короче. Здесь у него такие удары. Так, курочка, я понял. Это все сделано для того, чтобы поесть можно было. Иди сюда. Ну, совсем, конечно, ну просто потому что я понял. Ай. Да, здоровье восстановить. Просто одним ударом запихиванием. Я давлю эту тачку. Так, отлично. Подкаты пошли с моей. Музычка новая пошла. Ну-ка быстро задушились вновь. Я понял, короче, надо просто привыкать к этой штуке. Блин, ну такой нечестный прием, то что им можно просто зажимать, смотри. Ну он. Ой, а, я понятно. Ясно. А, нифига у него здоровье, а че у него столько здоровья? Добил так быстро, я так понимаю, прошел уровень. Отлично. Блин, ну я скажу, что рука-то устает, конечно, наконец-то мы на втором уровне. О, реальные пацанчики пошли, смотри-ка. И что, ты меня на развод берешь, да? Реально пацанчики запинаются угарно, но они уходят от ударов, я смотрю. Ой, даже смотри-ка, не это. О, неплохо. Так, тут электричество, ну ладно, возьмем. Ну-ка, отошел нафиг. Ой, блин, опять с ножом. Блинский, да, с этим ножом надо, короче, разбираться. Сразу. Отлично, с этим разобрался. Электричеством ударил. Сейчас опять ударит электричеством. Не, у кого был лучший прием. Что-то у меня здоровье нифига не осталось, ну-ка. Это прикольно выглядит.
Угарно. О, еще один боссик. Да. Ой-ой. Ну блин, ее можно просто зажимать, получается. А, ну почти. Ай, отходить надо. Да ну не. О, отлично, вернулся, хоть от чего-то. Неплохо она меня жарила. Так, ну-ка, ребята, отошли нафиг. Взял звездочку. А, типа, если я захожу... Здорово. Если я захожу с другой стороны, то я понял, короче, как играет. Ой, по приемчике пошли с мультика. Да, только не ножи. Отходим. Твоя ложа. Тихо, тихо, тихо. Ты что так разошлась-то? Не-не-не-не-не. Да, блинский. Еще давай. А, я понял, можно сбивать, короче. Но никогда она делает спецприем. Уходим. Да, блинский, сейчас добьет же. Да ладно, меня просто шкет какой-то добил. Конечно, хатая жизнь есть. Отлично. Камера заела. Вовремя, очень вовремя. Камера, камера, камера. И мы почти здесь. Поехали. Сменить игроков, давай. Нет. Давай попробуем за девчонку так и быть. Так, Дива, ну-ка объясни, что сейчас творится в городе. Появилась новая организация, нереально влиятельная, и она контролирует все и всех. Лишь один человек может вам помочь. А властелин Чайка Тауна, когда-то он близко знал этих людей. Ну, похоже, вы опоздали. Они уже вас нашли. Аксель! Блин, я бы на самом деле сменил бы персонажа на первого, чтобы попробовать, как он делает вот эти всякие свои приемчики. А я могу? Ну ладно. Поиграем за нее, так и быть. Так. Да ладно, она нечестная. Оу. Ну-ка. Го, отлично. Ну естественно, я не сомневался. Во, полицейский. Ну слушай, девчонка убивающая полицейских, это прям, да? Ну-ка, спецприем. Происходит. Это что за спецмастер? Дик. Конкретно дик. А, они друг с другом типа дерутся. И теперь это постоянно будет? Да, ну нет. Я понял, можно, конечно, двигаться, чтобы выбраться из захвата. Это неплохо. Все, отлично, с этим разобрались. Поехали дальше.
Да ты чё, прикалываешься? Электрошоком меня подбил? Барни. А чё ты у вас тут сильно дофига? Прикольно, что они против бандитов, типа там те против этих. Так, дико мы сделали. Одна жизнь через... А чё, можно туда зайти? Через 5000 очков. Понятно, короче, можно получить жизнь, просто зарабатывая очки. О. Я понял, как захват делать. Ты просто подходишь к нему и делает захват. Оо, ну нифига модный чувак. Ну давай. Я понял, у него еще щит есть. А ты думал, что это так просто будет, да? Я тебя просто закидаю вообще ударами. Запихнул практически его проход. Еще один удар. Давай, давай. Еще один удар. А ты что подходишь сзади? Как неприлично к девушке подходить сзади. Блинский, я понял, короче, от него надо отходить, когда у него щит. Кулер, явно в кулере что-то есть. А, я уже не могу подойти. Печально. Мне бы поесть, мне бы жизни. Только не щитом, еще раз. Я понял, короче, если нормально стирку пробивать, тогда можно успеть. О, дубинка мне понадобится. Здорово. Да ну ты прикалываешься. Ну ё-моё. Просто такой смешной прием. Не беси меня. Кулер, нам нужно ППшки. Есть одна жизнь, нормально. Ну здорово. Ой, только не вот это. Главное, ты прикалываешься. Блин, скин, ну ладно. Ну пока живем. А можно мне энергетический щит? А, ну конечно, чё бы у вас сразу двое, это не писать. Пятерых, а, ну понятно. А, блин, я сейчас так всех ТП-шки истрачу. А, я понял, короче, если мы тратим на спецприем, тогда... То я понял, можно вернуть, если, короче, ударить. Не добивает, потому что она его перепрыгивает. Отлично.
Бабки, отлично, отлично. Мы любим деньги. Типа мы сейчас к боссику подойдем, у меня жизни нифига нет. Я же говорил. Комиссионер. Да ладно. Лови. Да ну не. Да ладно, он сбивает своим ударом этот. Ну единственный смысл это его, да, держать еще очень долго в этом приеме. А может и выживем. Ну она читерская. Она чисто читерская. Потому что она может вот это вот делать прием, который типа заставляет их падать. Ну, спасибо. Промахнулся. Да ну не. Да хоть не ловит-то, а? Не-н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 е. Давай. Не-не-не. О, повезло. Нет-нет-нет. Да ну нет. Я должен успеть. Отлично. Stage 2 clean. Ну неплохо, Б это нормально, это даже не самый низ. Так. Естественно, как же без занимашного чувака. Наконец-то у меня появился шанс лично встретиться с легендарным, не знаю кем. И еще кто такой. Можете называть меня мистер Игрек. Мы с сестренкой теперь всем тут владеем, ну а вы... Да, если честно, вы порядком тут накуролесили. Но мы готовы сделать вам очень щедрое предложение, чтобы покончить со всеми недоразумениями. Только вы торопитесь, обдумайте все тщательно. Поздно. Ну раз так. Я так понимаю, на этом не все. Так, а тут всего получается еще осталось немножечко, в принципе. Ну, что я могу сказать? Да, понятно. В принципе, попробовали, понятно, интересно, весело, прикольно. Если тебе интересно прохождение полное, чтобы мне допрошло, соответственно, пиши комментарий, ставь лайки. Чем больше комментариев, чем больше лайков, тем больше шансов того, что я допройду до конца эту штуку. В остальном же спасибо за просмотр, пиши комментарии, я уже говорил, подписывайся на канал, на Инстаграм, на Телеграм, на Дискорд, вступай в группу ВКонтакте, и, конечно же, следи за продолжением и другими видео на канале. Пока-пока!